Сегодня слово «отчислить», произносимое торжественным методистом, вызвало у студентов отнюдь не досаду, скорее чувство радости. Оно означает, что учебный процесс подошел к своему логическому завершению. Госэкзамены сданы, дипломные работы защищены. Из приказов ректора за номерами 593 и 609 стало ясно, дипломы получат все 53 выпускника Полевского филиала Уральского института экономики, управления и права. Мы никогда не прощаемся. Если выпускной в школе, как правило, бывает один раз в жизни, то выпускной в ВУЗе может быть достаточно часто, настолько часто, насколько вы пожелаете. Поэтому мы приглашаем вас не только просто в гости, но и для переподготовок, для получения нового образования. Сейчас Светлана Акрамова уверенной походкой идет получать диплом юриста. А еще за несколько минут до этого торжественного момента просто сгорала от волнения. Вспоминала, сколько произошло счастливых и грустных моментов за время учебы. Но, по словам Светы, это были самые лучшие годы. Я сегодня не спала всю ночь. Я иду за дипломом, мне снится, и кажется, падаю, ломаются каблуки, там колготки рвутся. Страшнее, на самом деле, получать диплом, чем сдавать ГОСы было и диплом защищать. Не знаю, прям аж слезы на глаза наворачиваются. Ну, было все. Пережили все. И двойки, и несдачи были, и пересдавали, бегали много раз. С будущей профессией Света давно определилась. Мечтает попасть на градообразующее предприятие. Хочется попасть на завод, потому что это стабильность. Сегодня цветы и подарки тем, кто 6 лет дарил студентам свое внимание и заботу. Преподаватели держат ответное слово перед выпускниками, по традиции, с творческим подходом и педагогическими наставлениями. Все не зря. Специалисты получились достойные. Я здесь учился в техникуме, потом перевелся в институт, получил диплом и учился здесь очень хорошо, потому что тут хорошие преподаватели и очень хороший коллектив. Директор Полевского филиала Уральского института экономики, управления и права Евгений Старостин – главный наблюдатель учебного процесса полевских студентов. Не первый год он успешно возглавляет филиал института в нашем городе. По словам Евгения Николаевича, ему всегда приятно, когда об успехах своих выпускников он узнает одним из первых. Мы выпустили 421 выпускника. Все они нашли достойное применение в своей дальнейшей жизни. Я в этот праздничный день от всей души поздравляю наших выпускников и думаю, что те знания, которые они получили в стенах нашего вуза, в дальнейшем найдут свое применение в их жизни. 11-й выпуск не юбилейный, но, как и прежние, значимый для института. Сегодня выпускники в последний раз собираются у дверей родного вуза, чтобы по традиции сделать коллективное фото. В скором времени оно украсит стену почета в деканате Полевского филиала Уральского института экономики, управления и права. А в третью субботу сентября институт распахнет для них свои двери. Они вернутся сюда вновь, но уже в качестве гостей на вечер встречи. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости нашего города.